«Светить всегда, светить везде». Выставка под таким названием открылась в Ямальском районном музее. Мероприятие проводится в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и социальной кампании под хэштегом «Вместе ярче» на территории муниципального образования. В программе открытия музейной выставки для первых посетителей были проведены экскурсии, викторины, игры и презентация. А сегодня в нашем музее открылась временная музейная выставка «Светить всегда, светить везде». Она открылась в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и социальной кампании «Вместе ярче». Выставка «Светить всегда, светить везде» повествует об эволюции осветительных приборов. Сотрудники музея рассказали посетителям, как и из чего производило освещение человечества с глубокой древности до сегодняшних дней. Так, например, в 17 веке главную роль в освещении играли свечи, а потому на выставке представлены осветительные конструкции того времени. Это подставки для свечей, подсвечники. Время шло, и в 18 веке на смену свечам приходят керосиновые и масляные лампы. В коллекции Ямальского районного музея немало керосиновых ламп. Многие из них – настоящие произведения искусства, изысканные и стильные. Мы сейчас в тундре используем лампочки, а раньше керосиновые лампы, свечи. Мне кажется, такие выставки нужны для того, чтобы люди узнали, как освещали дома, а раньше дома. В программе открытия музейной выставки были проведены экскурсия, викторина и презентация. Также в ходе мероприятия волонтер Ямальского районного музея показал гостям, как в походных условиях зарядить телефон из подручных средств. Устройство с помощью даже обыкновенного, как говорится, вот ключа, вставляй ключ. Вот, замыкаете, как говорится, сеть и втыкаете в... Видите, пошла у нас, идет напряжение на само зарядное устройство. И само зарядное устройство мы подключаем к телефону. Что дает нам возможность, как говорится, если он уже садится, то хотя бы дать там смс-ку там послать или там вызвать там или МЧС. Сразу, да, 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 да. Или сообщить, где находится хотя бы. Вы носите батарейку, но зарядник и вот этот, как эта штучка называется, Сава? Автомобильный. А, это получается переходник для автомобиля, чтобы да, можно было заряжать в автомобиле это. Воспитанники интерната увидели такие осветительные приборы, которых они уже не увидят в быту. Так, например, как выглядит фонарь керосиновый судовой аварийный, который использовался для обеспечения безопасности судоходства, для предупреждения столкновений с другими кораблями. Выставка «Светить всегда, светить везде» продолжит свою работу. И на следующей неделе мы приглашаем всех желающих посетить открытие новой выставки «Город под горой» из фондов МВК Шамановского. Антонина Сирасова, Лев Кельчин, Ямальское телевидение, Ярсале.